При сборке лодки Юрик. Я-я. При сборке лодки от товарищей Тиншоков была допущена некоторая конструкционная ошибка при сборке, опять же таки, конструкторами-сборщиками. Здесь вот, в этом узле, вот здесь, на карбоновой лодке мы не рассчитали, что петля безопасности будет коротить друг на друга без силового включения, только потому, что есть карбон, который пропускает электричество. Вот посмотрите, что происходит. Наглядный пример. Когда включаешь радио. Сейчас вот... Это отгорает уголь. Пахнет. То есть никаких светодиодов там нет. Это просто горит углеткань. Вот такие вот. Поэтому обязательно один из контактов при монтаже изолируйте простой термоусадочкой. Ну а теперь будет все работать хорошо.